мостик борде удочки длиннее. Точно знает Федька, в чем секрет. А где карась, где лещ, где карп жирнее? Как подснять контент и рыбу съесть? Как-то с ним поехал на рыбалку, разложил свои потроха. Как увидел Федькины карпухи, разболелась завистью душа. На народном пятый месяц не клюет. Хоть Елена в Касульянках, хоть тот городской ставок, все затянуто сетями, вот такой у нас народ. Все как будто в Денере голодают круглый год. На народном пятый месяц не клюет. Хоть Елена в Касульянках, хоть тот городской ставок, все затянуто сетями, вот такой у нас народ. Все как будто в Денере голодают круглый год. Опа! Нам податься и куда нам удочку не кинь. Если отловился ты удачно, то потом диктуют отпусти. Карп по 200, толстолоб по 300, как будто удочки бросаю в магазин. Только слышно за прилавком свисты, а ну вытаскивай рыбу из штанин. На народном пятый месяц не клюет. Хоть Елена в Касульянках, хоть тот городской ставок, все затянуто сетями, вот такой у нас народ. Все как будто в Денере голодают круглый год. На народном пятый месяц не клюет. Хоть Елена в Касульянках, хоть тот городской ставок, все затянуто сетями, вот такой у нас народ. Все как будто в Денере голодают круглый год. Опа!